Сейчас я покажу, как вяжем смену цвета. Для этого мы подхватываем петлю, берем другой цвет и провязываем. Теперь мы вяжем уже нитью другого цвета. Раз, два, три. И так далее. Есть несколько вариантов, опять же, смены цвета. Мы можем просто взять, допустим, и просто провязать столбик. В таком случае у нас получается, что снизу петля у нас голубого цвета, а сверху коричневого. Если мы провязываем сначала первую часть петли, потом меняем цвет, провязываем верхнюю часть петли, у нас получается ровный край. То есть вот она, петелька над петелькой. Половиночка. Поменяли цвет. И вяжем. Вот у нас получается вот здесь ровно. А здесь у нас получается низ петли, низ столбика голубой, а верх коричневый. И когда у нас получается полотно, вот эти вот коричневые полустолбики, они будут просвечивать. При таком вязании у нас получается ровный квадрат. Допустим, если мы вяжем квадрат. Спасибо.